Проект закона о специально отведенных местах для проведения публичных мероприятий на территории Ивановской области принят местным парламентом в первом чтении за основу. Однако коммунисты, ярые любители помитинговать, документом остались недовольны. Где можно публично выразить свое мнение, ничего не нарушая, красные искренне не понимают. Исходя из положения этого закона, по сути, в городе Иваново, в центре города Иваново, проведение публичных мероприятий невозможно нигде. То есть мы даже хотим здесь определить, вот пригласили представителей администрации, чтобы они показали место, которое хотя бы теоретически подходит по всем показателям для проведения указанного мероприятия. Таких мест мы не находим. Разработчики регионального законопроекта пошли по пути наибольшего ущемления прав граждан. При этом региональная власть такими полномочиями не наделена. Если права конституционные, они могут только федеральными законами быть ограничены. И ни в коем случае на региональном уровне дальнейшее ограничение невозможно, только расширение прав. То есть на сегодняшний день все законодательство было с этим увязано, то есть мы не могли умалять права и свободы граждан, только расширение. Вот в данной редакции федерального закона мы видим обратное. То есть на сегодняшний день региональная власть получает определенную возможность, так сказать, произвольно ущемлять права и свободы граждан, вопреки федеральному законодательству. Законопроект предлагает запретить проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций на территориях, которые находятся ближе, чем на 20 метров к памятникам культурного наследия. Нельзя выражать свое мнение вблизи жилых домов, государственных и муниципальных учреждений, около остановок общественного транспорта. Демонстрации и шествия, согласно новому закону, вообще можно будет исключить из арсенала протестующих. По тротуарам и автомобильным дорогам им ходить теперь запрещено. Камень в свой огород за это сразу получил Михаил Минь. Он запретил ходить по автомобильным дорогам общего пользования. И по тротуарам тоже. Стоит, так тогда хоть ты военный транспорт и вертолет, что ли, выдели. Мы тогда на военном транспорте, в вертолете, значит, на площади Ленина садимся и летим вдоль этой автомобильной дороги и на революцию прилетаем. Где это написано? В федеральном законе о том, что нельзя, значит, можно запретить, извините, шествие. По итогам круглого стола был принят ряд рекомендаций. Коммунистический призыв к лояльности регионального законодательства и соблюдению конституционных прав граждан будет передан в областную думу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.